Здесь нет ни толпы у регистратуры, ни споров из-за места в очереди. А врачей тут так много, что некоторым из них самим в одиночестве приходится ждать пациентов. Этот пункт вакцинации самый большой в Приволжском федеральном округе. Но на обычную поликлинику он совсем не похож. 14 июля открылся новый пункт вакцинации в Конгресс-холле. Одновременно мы можем прививать в день до 1500 человек. У нас 10 врачебно-сестринских бригад в 2 смены. Это 10 врачей и 5 медсестер. 12 волонтеров. Где-то в среднем мы принимаем около 300-350 человек в день. Укола тут долго не ждут. Поэтому с Рустемом Асадуллиным мы пообщались уже после процедуры. Мужчина получил первый компонент и теперь может спокойно отправиться на работу. Проблемы и на работе нужна справка, и так, чтобы уже не обезопасить себя. И все-таки есть дети, жена, дети. Я постоянно езжу в командировках. Через поликлинику, к сожалению, очень тяжело, там 2 недели запись. До этого я работал в Башкирии, сейчас мне надо будет на север ехать. То есть прививочка тоже надо, то есть там условия немножко другие. И жена посоветовала, говорит, съезди сюда, хороший пункт. Одна из смен – это команда врачей из противотуберкулезного клинического диспансера. За столом приема Анвар вместе с регистратором проводит по 6 часов. Потом на смену ему приходят другие врачи. К нам приходят люди, которые вакцинируются. Первый компонент, второй компонент. По народу примерно в день 20, 25, 30 человек. Стандартно на одного врача. У меня второй личный компонент, то есть мы смотрим, что в базу внесен первый компонент. После этого мы замеряем давление, сатурацию. Здесь в этой смене все мои коллеги-врачи. Проводили нас и к холодильнику, который забит вакциной. Но пока только спутником ВИ. Других вакцин, как нас заверили, в Башкирии пока нет. Проблем с вакциной нет. У нас на пункте вакцинации спутник ВИ, гамковид-вак. По мере поступления других вакцин и по мере получения их республикой, мы будем получать также другие вакцины, будем информировать об этом жителей города. Этот пункт вакцинации сейчас самый большой в Приволжском федеральном округе, но не во всей России. Центром вакцинации стал московский стадион «Лужники». Там, если верить заявлению Собянина, за сутки могут привить 15 тысяч человек. Хотя в скорости процедуры республика не уступает столице. Всего 20 минут. Знаете, я в поликлинику не ходила, я прям почему-то приняла для себя решение, что пойду сюда. Все очень грамотно, хорошо организовано, чисто, очереди нету. Тема прививок такая спорная достаточно. Я за все-таки эту кампанию прививочную. А чтобы желание вакцинироваться не граничило сомнением и не вызывало споров, среди получивших препарат в огромном пункте разыграют 86 путевок в местные санатории. Сейчас по всей Башкирии привито около 996 тысяч человек. Из них полный курс прошли 530 тысяч жителей республики. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.